Так, давайте посмотрим на рыб Ленинградской области, которых можно встретить в любом водоеме. Здесь есть несколько представителей, можно их внимательно рассмотреть. Это плотва. Довольно обычный вид наших мест. Чуть выше плавают изящные уклейки. Рыба предпочитает охотиться на упавших в воду насекомых, поэтому выбирает верхние слои водоема. Далее, вот здесь вот чуть-чуть внизу плавает гальян. Чуть выше проплыла красноперка. Ну и где-то вот там вот вдалеке плавают густера. Немного похожие на подлещика рыбу. Совсем внизу притаился пескарь. В общем-то, он обычно ищет что-нибудь вкусненькое на дне, поэтому редко поднимается выше. В общем-то, 6 представителей ихтиофауны в Санкт-Петербурге, Ленинградской области. Ну и еще один знатный представитель, мечта любого рыболова, это, конечно, галавль, окунь и обычный карась. В общем-то, всех их также можно встретить на наших водоемах.